В России за сутки выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Многие регионы на фоне ухудшения эпидемической обстановки усилили ограничительные меры. В Якутии бушуют лесные пожары. Огнем охвачена площадь 100 тысяч гектаров. На борьбу со стихией привлечено около 2 тысяч человек. Задействовано более 120 единиц техники. Ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС топливо, питьевую воду, продукты, баллоны с кислородом и необходимое оборудование. Власти Аргентины установили ограничения на въезд в страну из-за распространения нового штамма коронавируса «Дельта». В страну смогут прилетать не более 600 иностранцев в сутки. Власти Индонезии отложили открытие Бали для иностранных туристов. Как заявили в Министерстве туризма, число случаев заражения коронавирусом в стране должно значительно снизиться, прежде чем остров вновь сможет принимать гостей. Не вписались в генплан. Жители поселка Аметьево, входящего в состав Казани, не на шутку встревожены. Власти города намерены возвести в тихом малоэтажном районе 50 домов на 358 тысяч квадратов и протянуть дороги, пустив под снос около 200 коттеджей и вырубив зеленую зону. Это приведет к увеличению интенсивности движения автомобилей по нашему поселку и будет большое количество пробок. Также мы выступаем против строительства высотных зданий на 14 тысяч людей, потому что как бы наш поселок не рассчитан для такого количества людей. Аметьево – это обособленный частный сектор в центре Казани. О проекте перепланировки территории аметьевцы узнали не на общественных слушаниях, как это положено по закону, а чисто случайно из СМИ. Люди, живущие в поселке поколениями, отступать не намерены. Инициативная группа оповестила жителей поселка об изменениях в поселке, о строительстве дорог, об изменении проекта самого поселка, то есть здесь планируется постройка многоэтажных домов. И вот с этого момента мы начали уже активно выражать свою позицию. При этом жители многих домов, планируемых под снос, выяснили, что их жилища были зарегистрированы в Росреестре, несмотря на то, что земля под ними входит в так называемую красную зону реконструкции. Чтобы понять, как это получилось, люди пришли на прием в Управление архитектуры и градостроительства Казани, но ясности от общения с чиновниками больше не стало. Вы говорите, да, красная линия там с 2012 года. Мы зарегистрировали дом в 2015 году. Зарегистрировали на основании разрешения на строительство или по дачной амнистии? По дачной амнистии. Это две большие разницы. Значит, разрешение на строительство вам не выдавалось. В орган местного самоуправления за разрешением вы не обращались. А почему нам зарегистрировали? Росреестр не смотрит на красные линии. Жители поселка обратились к властям с коллективным письмом против нового проекта. Под документом почти 900 подписей. За права аметьевцев вступились депутаты-коммунисты из Госсовета Татарстана. Мы хотим вынести данный вопрос на заседание круглого стола Государственного совета Республики Татарстан, сделать заявление и сделать обращение органам нашей власти и управления, чтобы данный вопрос был более тщательно, более компетентно обсужден. Вот что можно сказать по данной проблеме. Пока вопрос до конца не решен, будем защищать интересы жителей, поскольку интересы жителей здесь сильно ущемляются. Правительство Башкирии объявило о третьей волне коронавируса в регионе. Медики диагностируют ковид в среднем у 200 человек в день. Чиновники практически запретили людям выходить на улицу без справки о вакцинации. Человек не может сходить в кафе, не может сходить в салон красоты, там, в кинотеатр, театр, там, еще какие-то места. Вот. Но у меня вызывает сомнение, ну а кто должен проверять вот эти вот справки и сертификаты? Это кассир-билетер, это официант или администратор кафе? Вот. Какие они имеют компетенции, да и полномочия? Запрещено даже ездить на пригородных электричках и общественном транспорте. В торговых центрах выстроились очереди на вакцинацию. Идет недоверие к власти в связи с применением двойных стандартов. Так нам запрещают, допустим, проводить митинги, но при этом проводят многотысячные концерты. Люди считают, что все действия власти, они носят фиктивный характер и характер обмана. Поэтому не очень-то охотно идут вакцинироваться.
Из-за недостатка информации и административного давления едва ли не половина жителей республики перешла в ряды ковид-диссидентов. Коммунисты выступают за грамотную и добровольную вакцинацию, но в любом случае остаются на стороне жителей региона. В КПРФ считают методы принуждения незаконными, антинародными и бесчеловечными.